Известный телеграм-канал, ссылаясь на свои источники, сообщил печальные новости. Вчера ночью не стало Анастасии Заворотнюк. Как известно, актриса долгие 4 года боролась с тяжелым заболеванием и перенесла несколько операций. К большому сожалению, врачам не удалось вылечить Анастасию. В какой-то момент она пошла на поправку, но потом болезнь снова вернулась. Источник сообщает, что Анастасия скончалась в больнице, а рядом с ней был ее муж. Телеграм-канал сообщает, что прощание с актрисой состоится в воскресенье 10 сентября на одном из московских кладбищ. Канал не уточняет, на каком именно, так как это является тайной. Не все приглашенные на церемонию прощания знают, где она пройдет. Все дело в том, что родственники хотят провести Анастасию в последний путь в кругу близких ей людей. Семья не собирается устраивать показательных прощаний, поэтому приглашенные получат уведомление о месте прощания за час. Старшая дочь Анастасии экстренно прервала свой рабочий тур по Франции и срочно выехала в Россию. Сергей Жигунов, партнер по съемочной площадке и когда-то состоявший в отношениях с Анастасией, отказался приходить на прощание с актрисой. По его словам, они уже очень давно стали друг другу чужими, и ворошить прошлое он не хочет. На прощание, вероятно, приедет Дмитрий Песков с Татьяной Навкой. А Андрей Малахов просил разрешить съемку его программе, но ему отказали, сославшись, что на церемонии прощания вся съемочная техника будет запрещена. Уточнив, что Анастасия очень много снималась и все желающие могут увидеть ее в киноработах.